Расслабились. Задний план Пико, древний человек, точно. Там же это реально прическа, как у Пико. Опачки! Заяц, волк, заяц, волк. А именно карусель, карусель, это радость для нас. Посмотри, что у нас здесь. Friday Funkin, мультяшки. То есть мод называется Cartoons, и, разумеется, здесь будут мультяшки из старых советских мультиков. Но там будет первый дядюшка Ау. Я понятия не имею. Я просто в душе не чаю, кто такой этот дедушка, дядюшка Ау. Кто ты такой? Я не видел такого мультика никогда. Я в СССР родился, я родился в СССР. Или нет, во время распада СССР я родился, давай так говорить. И, в принципе, я должен был застать эти мультики. Дядюшку Ау и подобные. Ну или что-то приближенное к дядюшке Ау. Понятное дело, что, ну погоди, я видел. А вот дядюшка Ау — это что-то сверхъестественное. Ну, в любом случае, давайте все эти моды посмотрим все эти недели, потому что помимо дядюшки Ау, на второй неделе у нас будет всеми любимый заяц из «Ну, погоди». Робозаяц. Заяц-терминатор. Ну, давай, дядюшка Ау, вперед. В принципе, он сделан качественно, это уже хорошо, это уже радует. Дядюшка Ау. А он на русском вообще есть языке? То есть, его делали русские... Я мод сломал. Я нажал умереть, самоубийство, во время того, как мы читали эту фигню. Погнали в story мод, здесь нельзя поменять язык почему-то. Казалось бы, русский мод. Должно быть все по-русски. Мне сейчас нужно опять сидеть и пыхтеть над переводами. Ну, ничего страшного. Я готов пыхтеть. Что ж, ты хочешь... Ты хочешь меня научить защищать самого себя? Бубро. Окей. Все советские мультики и мультикационные персонажи любят петь. Так что ты должен петь рэп вместе со мной. Петь рэп. Рэп же поют. Я научу тебя сегодня этому. Погнали. Ну, рэп так рэп. Дядюшка Ау уже рэп читал, да, в мультике? Так же работало. Ну, слушай, он прикольно на самом деле сделан. Ой-ой-ой. А, не понял. А, я типа не справлюсь, да? А он что-то быстрый какой-то. Я чуть не ожидал, то, что он будет такой быстрый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На харде, кстати, тяжело, реально. Тот момент, когда хард, это реально хард. Нифига не летят, это что такое? Илон Маск, разлогинься. Я так понял, там снимают бороду, а там будет реально Илон Маск, который ракеты пускает. Потому что так быстро не могут лететь стрелочки, это либо ракеты, либо еще чего, я не понимаю. Но я прошел первый трек, ура! Ура! Я прошел первый трек. Ну погнали, дедок. Готов. Чё так тяжело? Хорошо, что можно задерживать стрелки.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не успеваю сообразить порой. Они пролетели, я такой, а чё, стрелки летели какие-то? Вот это легкая часть песни. Я не обратил внимания, сколько там треков. Ну нормально, нормально. Там если 4 трека, то будет тяжело. Надеюсь, их 3. Ну давай, дедушка, дядюшка, ау. Покажешь, как ты аукаешь. Но он не аукает, он олькает почему-то. Я не успел. Я не успел. Можно заново, да? Пипец! Я хотел передохнуть, ну хватит мне присылать новые стрелки. Офигеть! Жесть какая-то происходит. За жесть! Мне дадут передохнуть. Ух! Могу сказать так, было довольно-таки сложно, но при этом реализуемо. Реализуемо. Давайте на харде также попробуем и зайца завалить. Я не уверен, что у меня получится, учитывая, что настолько сложно было вот эта вот скорость, максимальная скорость у дедушки АУ, что я не уверен, что у зайца будет легче. Я даже уверен, что у него будет тяжелее. Ну и что думаешь об этом музее в последнее время? Или в это время дня? Биба. Твой голос звучит так знакомо для меня. Я хочу, чтобы я еще больше запомнил твой голос. Или вспомнил, где я слышал твой голос. Вот так. О, там волк, кстати, нифига себе. Ой, я чуть не готов. Опять скорость нереальная. Опять скорость нереальная, ребят. Жесть! Нормально. Они тоже айкают. Дядюшка Ау ойкал, а это айкает. О, что знакомое? Чё-то знакомый играет. Заяц. Ну погоди. Вот реально, ну погоди. Чё так гонишь-то? Стрелочки гонят куда-то у тебя. Я понимаю, что я играю на харде, но не настолько же быстро они должны идти. Ну, стрелочки, ну погодите. Ну, нормально. Выживаем вообще на изичах, на самом деле.
Там Google написано или что сверху? Такой человек, вот там надпись Google. Но первый трек вполне довольно-таки легкий, если будем честны. Первый трек был легкий. Заяц. Волк. Заяц. Волк. Что? А, прошу, чё? Лол. Здесь вот эти треки, это ремиксованные версии как раз-таки у тех треков, которые были из этого. Из «Ну, погоди». А это все аяйкает, ну окей. Ну тяжело. Я слишком много ошибок делаю. Офигеть! Не успеваю! Давайте еще замедляющих вот этих вот, задерживающихся стрелок. Я готов. Я готов побеждать. Во! Во! Найс! На самом деле, видишь, я нажимал 4 стрелки, а было нарисовано, что я нажимаю 2 стрелки. А, я думал, все. У меня уже пальцы расслабились. Задний план Пико — древний человек, точно. Там же это реально прическа, как у Пико. Опачки! Заяц, волк, заяц, волк. Нет, ты не он. Ты просто похож на него. Но сейчас... Но с голубыми волосами. Но он был с голубыми волосами. Он имел... Он приходил в моих кошмарах 1000 лет назад. Может быть, я забыл его... То, что убил его? Ты, может, я забыл то, что я убил его? А, точно, точно. Окей, ничего не понятно. Заяц меня убивать сейчас будет опять? Девочку испугали, реально. Жестко. Ну, в темноте, что вы хотели? Чё так тяжело, блин? Не люблю по две кнопки нажимать одновременно. О, прикольно. Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз. Погоди. Вы поняли, да, ремикс такой трек? Нет, Дед Мороз. Сейчас, наверное, другой уже трек. Здесь надо прислушиваться, блин, чтобы понять. Ну, очень круто сделано. Да-да-да. Ну я его вообще уничтожаю, если честно. Ну и последний трек остался. Я его уничтожаю, беднягу. Ты не боишься меня, правильно? Би-буп. А?
Это будет последние минуты твоей жизни. Окей. Я верю тебе. О, пошло! Самый классный трек здесь. Он вообще забойный. Найс. Да, немножко тяжеловато, то что стрелочки летят со скоростью света, но при этом вполне реализуемо все. Артём Андрос, спасибо большое за знаты. Да. Да. Я попасть не могу. Не по таймингам нажимал. Да я ж по таймингам нажимаю правильно, же учёвые. Было все легко до того, пока не началось это та-да-да-да-да-да-да-да-да. На харде что-то вообще тяжело. Ты прям нажимаешь, они как будто не фиксируются вообще. Ну, может быть, я неправильно нажимаю, реально. Может быть, я не по... Не по мелодии нажимаю. Может, на другие кнопки. На те, которые надо. Давай, погнали. Начало вообще супер личное. Вот здесь начинается уже сложность. Это легко. Ну, заяц, ну погоди. Не, слишком сложно. Я вообще ни по одной ноте не попал. Нормально. Держимся пока. А, это конец был? Я тогда в конце просрал, прикинь. Там буквально 3 ноты оставалось до конца. Но здесь максимум это хард. Мы на харде обе миссии прошли. Это вполне себе не круто. Ой, вполне себе круто, наоборот. Вполне себе неплохо. Да, так. Я хотел сказать больше. Вот такой вот мод. Будем ждать обновлений. Я не знаю, что они добавят в будущем. Бонифация, либо какого-нибудь кота Леопольда. Я не знаю. Там Союз мультфильм, наверное, уже готовится подать в суд на создателя мода. Союз мультфильм они такие. Особенно они любят подавать в суд на свои треки. Но здесь хорошо, что они все заремиксованы. То есть здесь реально ремиксы всех треков Союз мультфильмовские. Это очень круто. Поэтому очень приятно играть. И тем более, когда слышу вот эти знакомые мотивы, вообще ностальгия аж пробирает до костей. Кайф.